Список продуктов, вход которым на российские прилавки будет запрещен, еще точно не определен. Тем не менее, уже ясно, он будет расширен. Судя по всему, запреты коснутся рыбных консервов, шоколада, цветов, а также сладких и полусладких вин. Причем, если запрет произведенного за рубежом шоколада и изделий из него не сильно повлияет на российский рынок, доля импорта в этом секторе не более 15%, то на рынке цветов возможны серьезные проблемы. Россия завозит почти 75% всей цветущей продукции. Этот запрет коснется не только продукции, непосредственно выращенной в странах Евросоюза и США, но и цветов из Эквадора, Кении и Колумбии. Они попадают в нашу страну через крупнейшие в мире голландские аукционы, а следовательно, тоже попадают под санкции. Специалисты прогнозируют возможный рост цен на цветы для россиян на 50-70%. Что касается рыбных консервов, то это прежде всего затронет товары из Латвии и Эстонии, в том числе любимые россиянами шпроты. Впрочем, полный перечень запретных еще на год продуктов мы узнаем в ближайшие дни.